Но эту историю я хочу рассказать именно рідною мовою. Висока дівчина з косою – це моя мама, сестри з моєю прабабусею. Це моя українська рідня. Складною залишається ситуація в районі державного кордону. Ми вже знаємо тут, ближче до Польщі, що там дешевше, там краще. А в Донецьку вважають, що нам такого не треба. Ані Донбас, це у них асоціюється. Як ви живете? Там одні бандити. Американці все всунули. І от любою ціною Росію треба розколоти. Ну і що? Ну Україна вирішила пойти в НАТО. Ну її діло, чи ні? Ні. Я не предполагаю, что может война еще идти какое-то время. Я думаю, что еще месяц-два это все это закончится. То есть они думали, что просто мы флагом помахали, и все к нам изобилие рухнуло сразу тут. Привет, Люда. Общаться будем? А ты что делаешь? А ты зачем карательно обзываешь украинскую армию? Так при чем здесь я? Я что, с ружьем на тебя стреляю, бегаю или что? Почему такая ненависть ко мне, лично ко мне? Какие бандеровцы? Где они? Что они делают, эти бандеровцы? Мы никого не видим, никого не слышим. Один ответ влечет другой вопрос, и все это все очень сложно.